Доброе утро всем, мы приехали в Санторини парк. Сейчас покажем вам все здесь. Покупаем билетики. 900 бат стоит билетик входной. Прям кататься прям по беспределу. Единственное, звук у нас, звук плохой будет, то что в боксе будет камера, но будет прям супер. Я прям чувствую, смотрите. Сейчас мы идем вот сюда. Мы поднимаемся наверх. Офигенно здесь, да? Меня слили. Да, не знаю, не вообще. Давай сейчас на желтый попробуем. Желтый — это ты видел, какой там тормозной путь. Сейчас поедем. Шлем обязательно, сказали. Потому... Сейчас, ладно, поедем на скоростной трассе Париж-Дакар на этом желтом болиде. Вообще очень круто, называется Кобра. Сейчас покажем. Мы с Владом прокатились на этой Кобре только что два раза. Они возят, а походу не рассчитано с этим светом. Мы, короче, вылетали два раза дальше, чем азиаты рядом с нами. Сейчас пойдем, Наташку найдем. Давай! Катись! Вот и пойду сейчас! Ленивые ватрушки. А? Ленивые ватрушки. Это экстрим, экстрим. Нет, мы не упадем, дочь. Продолжая нашу экскурсию, мы сейчас проплываем возле аквагорок. Вот. Кобра, где мы были. И дальше мы двигаемся в сторону экстремальных горок. Вау! Чуть не перевернулись стельки. Мы пришли на очередной комплекс горок. Вот он огромный. Здесь это комплекс номер два. Мы сейчас прокатились на оранжевой, на вот этой. Скорость там вообще просто дикая. И ногу не поднимайте, а то будете хромать. И вот мы сейчас здесь поедем. Короче, Влад, это будет жестко. Держи меня, потому что я не держусь нахер. Я тебя держу, Олег. Вообще жестко. Скорость набираем. Сейчас будет пипец. Короче, нереал круто на этих плюшечках было. Самая интересная горка. Это страшно. Блин, вообще скорость дикая. Страшно, ужас. Сейчас вообще нас ждет ад. Просто бешеный ад. А мы сейчас едем на детскую горку. Попробуем. Я надеюсь, у нас не вышло. Да, смотри, это реально детская. Нет, она под 130 сантиметров. Но у нас 130 сантиметров есть. Так что погнали. Короче, это было прям быстро. Мы сейчас садимся на кубрис, ладно. А потом вылезем и снимем за нами ребят, которые будут ехать, чтобы посмотрели, как это страшно. В общем, мы сейчас прокатились на вот этой скоростной хрени. И вон там Влад поставил 5. До туда никто не долетает, но с нашим весом мы до туда легко выстреливаем. Сейчас покажу, как другие ребята на ней
едут. Вообще не то. Они не, даже не до грязи. Не до нашего уровня еще очень далеко. Очень-очень далеко. Влад поехал на одну из самых страшных горок. Стартир. Смывалка, вон она. Бешеная скорость там будет. Ну вот, я решил ее протестировать на Владе. Нам реально страшно, люди говорят. Там кирпичей накладывают, там целое ведро. Пока спускаются. Посмотрим сейчас. А сейчас выезжает Влад на этой супер горочке. Это Влад кричит, я слышу. Ну что, как скорость? Как скорость? Нормально, тут трусы в жопу заелись. Ну как, типа я кричал, нормально, да? Мы дико утомились и пойдем сейчас кушать и поедем домой. Накатались, мы проехали все горки, все очень классные, здоровские, прям супер парк, очень классный и очень красивый здесь, очень здорово. И самое главное, приезжайте как можно раньше, к 10 утра, здесь нет очередей, прям вообще ни одного человека мы не ждали. Горок много, и поэтому катались. Но сейчас время уже 2 часа, и уже приходится ждать там по 2 минуты, но фигня, конечно. Мне понравилось. Только мы сейчас купим, мы пойдем опять. Купаться? Мне понравится. Я тебе хочу купаться. Купаться? Ну, другой бассейн пойдем купаться. Тебе этот понравился? Да, сильно. Ну ладно, мы сюда приедем тогда с бабой. Ладно? Да, с бабой. А мы сейчас мы купим и в другой бассейн. Хорошо, договорились.